Всем добрый день, вы на канале вязания от Ангелины Зимок. Сегодня у меня вот такая смешная работа, брелок, кот, пухляш с таким смешным хвостиком. У нас мы вяжем просто голову, такой шарик, приклеиваем глазки, шьем носик, усики, и у нас брелок готов. Конечно, нужно немножко синтепона, пряжи толстой, крючок номер 4. И полчаса вашего времени. За полчаса можно связать такого котика. Предлагаю посмотреть. У меня вот такая пряжа. Это очень важно для понимания толщины. У меня Baby Alize Softy Plus. Самое-самое главное. Это в 100 граммах 120 миллилитров. Если вы купите вот такую пряжу, тогда можно точно по столбикам вязать так, как у меня связано. По другой пряже я размеров не знаю. Она достаточно такая плотненькая, толстенькая. И начинаю вязать брелок котика. Обязательно маркер, потому что с этой пряжи крючок номер 4. Сложно увидеть начало и конец. Скользящую петлю. Вяжем вообще не туго. Это самое главное, не туго. Потому что пряжа толстая, вязать ей достаточно сложно. Нам надо в круг набрать 6 воздушных петель. 6 столбиков без накида, что я говорю. 1, 2, 3, вяжем не туго, 4, 4, 5, и 6. Теперь надо затянуть, тоже сделать не так легко, но можно затянуть и найти первую петельку. Тут все сложно в том плане, что их не видно, только под пальцами можно сказать, что сделали маркер самую первую петельку. Теперь наша задача — в каждую петлю провязать по 2 столбика без накида. Делаем воздушную петлю и в это же место вкалывание столбик без накида. Это раз. И теперь в каждый столбик по 2 столбика. 1, 2. 1, 2. Чисто вот, интуитивно, вот, честно говоря, очень плохо видно. Я думаю, вам совсем не видно. Но наша задача — пальчиками определяете столбики и делать увеличение. В каждом столбики наша задача провязать 2. Вот, провязать по 2, соединить там, где наш маркер, и маркер поставить в новую петельку. Вот так вот соединили и поставили сюда же. Теперь нам надо провязать 5 рядочков, увеличивая в каждом ряду 6 столбиков. Каким образом? Вот, допустим, в первом мы добавили 1, 2, у нас всего 12. В следующем я вяжу просто столбик. Теперь опять 1, 2. Как вязание круга. У нас будет вязание круга, потом просто столбик. Наша задача — провязать 5 рядочков, доводя наш общий круг до 30 столбиков без накида. Как это сделать? В первом ряду мы пропускаем 1, во втором вяжем 2. Вот 1, 2. Даже немножко видно. В следующем ряду мы вяжем 2 столбика, в третьем прибавляем. В четвертом 3 столбика. В четвертом прибавляем. Всего нам нужно прибавить 30 столбиков. Провязала 5 рядочков. Обязательно маркер ставим. У нас получилось 30. Должно 30 столбиков без накида. Теперь в этом месте вяжем хвостик. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 воздушных петель. Стараемся вязать не туго. Вот. И во вторую петелечку, если мы ее найдем, да, вяжем столбик без накида. И в следующую тоже.
7 воздушных петель провязываем столбиками без накида. Это у нас будет с вами такой хвостик пушистенький. Вот, довязываем до конца и идем на новый ряд. Смотрите, больше мы прибавлять ничего не будем, нам нужно будет провязывать 30, прям считаем 1, 2 и так далее. Мы считаем 30 столбиков без накида обязательно, там где маркер у нас будет начало ряда, да? Вот 30 столбиков нам нужно провязать без прибавления еще 5 рядочков. Вот, и мы их вяжем. 5 рядочков мы прибавляли, а теперь мы просто вяжем по факту, считаем, чтобы не было большого увеличения. Приготовим наполнитель, у кого какой есть. Я часто говорю, что можно даже какие-то остатки пряжи, которые вот не знаете, куда девать, их тоже можно. Можно вату, синтепон, все, что у вас есть под рукой. Вот. Вяжем еще 5 рядочков круговую. Видите, какой хвостик, симпатяшка уже. Вот. И делаем, наполняем наполнителем. Я провязала 11 рядочков, вот наш хвостик. Можно прям посчитать, хорошо видно. И теперь нам нужно сделать 2 ряда убавочки. У нас 30 петель. Вот так схематично я нарисовала, написала. До 30 мы прибавляем, потом 5 рядочков вяжем ровно. И 2 ряда убавляем. Минус 6 и минус 6 у нас должно получиться 18 столбиков. Обязательно ставим маркер, потому что без маркера прям сложно на самом деле понять, где провязано, где нет. Каким образом мы с вами вяжем? Раз столбик, 2, 3. А теперь нам нужно убавить. Раз с общей вишенкой, 2. Убавили. Теперь опять вяжем 1, 2, 3 и убавляем 1 и 2. Вот. 2 рядочка убавляем и остается у нас 18. Провязали 2 ряда убавочек, у нас осталось 18. Петелек я еще набила туда синтепон, но не так сильно прям. Вот, ровно по центру у нас получилась ниточка. Сейчас мы будем вязать. Сформируем вот такую ровную голову. То есть у нас здесь будут ушки. Мы вверх сшиваем. Потом приклеиваем глазки. Глазки. Потом пришиваем носик розовыми ниточками. Вот. И в принципе наша котейка будет готова. Единственное, что по центру, вот здесь, где маркер у нас, еще сшиваем как? Просто соединяем с другой стороной. Вот. Две стороны подхватываем. С той стороны и с этой. Вот. Здесь ниточку отрезаем и потом начинаем с этого центра. Но знаете, еще хотела сделать, как бы я, подвеску. То есть вот, ровно по центру, вот здесь, где мы начинали вязать. Ниточки, конечно, мы потом все спрячем. Хотела связать воздушные петли, чтобы можно было использовать как брелок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Повесить на елочку, знаете. 11, 12, 13, 14, 15. Вот так, да? Нормально. И опять прошиваем с двух сторон, то есть мы подхватываем с одной стороны, со второй, и столбиками без накида формируем
Вернее, прошиваем и в сам верху отрезаем, как наше ушко. Тут все нужно формировать руками. Вот видите, как ушки у нас получились. Ниточки, конечно, мы спрячем. Вот. И теперь задача приклеить. Можно пуговички взять. Приклеить глазки. Вот по центру глазок розовой ниточкой. Попробуем, да? Так, носик пришить. У нас розовый у котенка. Котейки нашего. Вот. А потом черными нитками нарисовать усики. Что не сложно. Я небольшой любитель шитья, скажу сразу. Не особо умею, люблю, но я думаю, вот такой носик-то. Таким носиком каждый справится. И останутся приклеить ушки на макушке. Вернее, глазки. Вот. И усики. Как-то так. И у нас получится вот такой брелочек. Еще усики нарисуем. Глазки приклеим. Эти хвостики, конечно, мы отрежем. У нас получится вот такой брелочек, такая веселька. Вот пока еще немножечко. Такая очень простая, несложная идея. Надеюсь, вам она понравится. Из остатков пряжи вместе с ребенком можно связать такой брелочек. Вот такой у меня получился котик. Брелочек пришила. Усики и приклеила глазки. Можно вместо глазок пуговички черные пришить. Брелочек, хвостик, ушки и вот такой брелок получился. Кот Пухляк. Такой вот брелочек. Можно повесить на елку, можно куда-то еще. То есть усики пришиваем, кто как может. Я небольшой мастер по шитью. Ну, я думаю, такой смешной брелок можно за полчасика связать. С обратной стороны прям совсем удачно, с хвостиком, да? Видно. Ну, впереди оформление. Я думаю, что каждый придумает. Выкладывайте свои работы в Телеграм-канале, в Одноклассниках, ВКонтакте. Посмотрим, у кого что получится. Основа понятна, да? Надеюсь, что видео-мастер-класс вам был полезен. Подписывайтесь на Яндекс.Зен, YouTube, Рутюб, Телеграм. Мы будем вязать вместе.